привет, с вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. У нас сегодня обзор соковыжималки. Такой соковыжималки, которая предназначена для, можно сказать, такого промышленного, что ли, вырабатывания сока. Для дачного, действительно, не то, что там пару яблочек так с утречка заклал в эту соковыжималку и выжал стаканчик, полстаканчика сока. Нет, здесь вот все серьезно. Эта соковыжималка называется Нептун. Нептун. Электросоковыжималка Нептун. 60 минут, 10 минут. Значит, у нее цикл такой. Час работает она, 10 минут отдыхает. Ну, это в связи с тем, что нагрузка на двигатель, что там обмотки не сгорели, вот это, кто понимает. 220 вольт, 50 герц, 320 ватт, IP22. Вся вообще вот эта соковыжималка, она выглядит как-то так вот кондово, по-советски, когда еще не жалели никакого вот пластика, не жалели металла, ничего. Вот, все толсто, все как-то вот так вот. Пластик тут толщина, наверное, 2,5 миллиметра, наверное, 2 миллиметра. Вот даже вот пластик, вот такой вот. Вот это, у этой части 2,5 миллиметра, наверное. Скорее всего, вот. Здесь под шпонку сделана выборка. Вот уже тут подзаржавело. И, знаешь, вот эти болты сделаны под отвертку. Под отвертку. Обычно сейчас вот делают... всю технику вообще. Все стараются делать. Мотоциклы, вообще любую технику. Под шестигранники. Сейчас прямо вот такая мода пошла. А раньше делали под плоскую отвертку. И здесь сделано под плоскую отвертку. Да, вот эти винты сделаны под плоскую отвертку. Давайте собирать. Инструкции у меня нет. А почему у меня нет? Потому что я знаю, как собирать эту соковыжималку. Первым делом вот эта вот часть крепится. Да. Здесь есть пазы такие, как это даже назвать. Так. Да. Вот так вот. Раз, заводится сюда. И все. Готово. Так, вот эта вот штука дальше крепится. Такие, похоже на корзину вообще. Очень похоже на корзину. Вот. Можно сюда класть яблоки. Как-то сервировать, да, там яблоки, груши и все такое. Она даже похожа вот, просто на какую-то корзину на такую. Плетением, что ли. Сделано как будто бы из такого прочного полиэтилена или что-то такое вот. Такой вот материал тоже. Советский материал. Здесь есть шпонка. Вот внутри есть шпонка. Там ее, возможно, видно. В середине она, эта шпонка, находится. И вот надо совместить, значит, ентодело с пазом. Так, совмещаем. Вот, совместили. Что-то крутится, ух, карусел полнейший. Дальше у нас идет терка. Терка выполнена из нержавейки. И, кстати, она вот изогнута так вот. Вот, изогнута, гнется. Такое впечатление вообще создается, что вот... Эти отверстия, они даже тут какие-то хаотичные, вот эти, их просто гвоздем проделывали. Просто так проделывали гвоздем в какой-то такой хаотичной последовательности. Да, но это был не гвоздь, это скорее всего был какой-то такой штырь из твердого очень материала, который по нержавейке так хорошо работает. Совмещаем, значит, вот это дело. Такая вот, значит, закручивательная штука.
Вот такой болтик здесь в середине. Затем совмещаем и закручиваем. Если что, здесь есть такой вот ключ. Он же крышка верхняя. Вот можно вот так закрутить. Он для этого и предназначен. Дальше у нас идет вот эта вот штука. Синяя. Тоже сделана из толстостенной такой пластмассы. Это вообще такая вот пластмасса. Вот как раньше какие-то делали вот пластиковые ведра или что-то такое вот. Да. Здесь терка тоже. Из нержавейки сделана. Тут тоже есть пазы. Вот так вот. Вот. Она крепится. Вот эта крышечка одевается наверх. Вот. Она же ключ, который прикручивает терку. Сюда, значит, идет вот эта пластиковая емкость поджмых. И еще, чтобы тут не летел вот этот всякий жмых в разные стороны, одевается вот эта штука. И вот крайний такой элемент в этой соковыжималке — это вот такой лоток. Вот, он одевается. Тут, конечно, разработчики, да, тут постарались, как-то вообще унифицировали все. Просто так вот одевается и все. Тоже из нержавейки сделан. Можно его так регулировать. Давайте попробуем, как она работает. Что она выжимает. Может, вообще ничего не выжимает. Провод длиной примерно 1,80 м. Вот это я загнул 1,80 м. Всего лишь 1,35 м. 1,35 м. Провода явно пожалели, потому что в советские времена проводов не жалели. По максимуму делали. А здесь вот пожалели что-то. Да, и такая вот советская, вот можно сказать, вилка. Здесь нет никакой защиты, вот чтобы тут вот. Это обычно такая советская вилка. Что-то написано. Ничего не написано. Написано РСТ. Никаких характеристик нет. Да. Даже зубья один ниже, другой выше. Да. Бедро яблок практически полное. Не стал с горки его. Уж набирать. Вот, включаем. Даже столик подвинулся. Так, загружаем. О, чистый такой, нормально. Сюда и прошло и 5 минут, уже ведро яблок ушло только в путь. Выключаем.
сок. Ну, есть, конечно, там мякоть в этом соке, да. Но немного. Немного, да, там мякоти. Не особо много мякоти. Да, ну-ка, что за сок-то хоть попробуй. Кислый очень. Кислые яблоки. Кислые, видать, потому что сорт такой. С какой-нибудь обычной соковыжималкой, если вот, да, ее использовать, это не нагонишь там ни сидру, вернее, не сделаешь ни кальвадоса. Надо использовать действительно вот такую соковыжималку. Туда-сюда и за 5 минут ведро яблок. Ушло. Дальше буду делать сидр. Потом буду делать из этого сидра кальвадос. С вами был Вольфрам. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Комментируйте. И дальше будет интереснее.